Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи, дефицит того, что всегда во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня. Дня, в который изрек Господь праведный суд свой над злейшими врагами человечества и православная Русь, после беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, ставшего как один человек на защиту Родины и не и самой жизни ради спасения Отечества, ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к самому источнику побед и мира и его небесную помощь в годину брани за радость победы и за дарование мира всему миру. Эти замечательные слова сказал 9 мая 1945 -го года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей I. Великая победа. На этой неделе большинство публикаций и материалов будет посвящено самой значимой для истории нашей страны дате – 9 мая 1945 года. И главный вопрос, который мы будем задавать себе снова и снова – об источнике нашей великой победы. Понять нашу историю невозможно без учета тех великих и могучих духовных сил, которые помогали нам выстоять самые трудные для Родины годы. Сил, которые не поддаются анализу и учету, но которые в конечном итоге и делают нас победителями. Мы уже не раз обсуждали, как непостижимым мистическим образом перекликаются разные периоды и даты нашей истории. Давайте вспомним. 22 июня две сильнейшие на тот момент армии Наполеона в 1812 году и гитлеровских захватчиков в 1941 году перешли через границы нашей страны. 22 июня русская церковь празднует День всех святых в земле российской просиявших оба этих захватчика делали ставку на раскол нашего народа. Один из самых известных православных святых второй половины 20 века, святитель Иоанн Максимович, в 1966 году писал в своей проповеди «День памяти всех святых в земле российской просиявших, указывает нам на то духовное небо, под которым создавалась и жила земля русская. Само существование русского народа связано с зарождением в нем духовной жизни, с усвоением основ христианского мировоззрения и православная вера, и церковь объединили разрозненные племена в один народ. Этот день стал началом самой серьезной проверки на наше право быть единым народом. Мы прошли эту проверку перед лицом самого строгого судьи, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому 9 мая 1945 года вместе с Великой Победой мы праздновали Светлое Христово Воскресение. Сейчас, когда для исследователей стали доступны многие ранее закрытые архивы, мы отчетливо видим, что Великая Отечественная война стала тем водоразделом, на который российский народ, обескровленный и разобщенный репрессиями 30-х годов, вновь почувствовал себя единым целым. 1941 году мы столкнулись с самой лучшей и самой сильной на тот момент военной машиной в мире. Сейчас у отдельных историков стало очень модно рассуждать о соотношении силы средств Германии и Советского Союза накануне Великой Отечественной войны. Действительно, в 1941 году СССР превосходил Германию по целому ряду видов вооружений. Достаточно вспомнить воспоминания одного из наиболее известных немецких историков, генерала Вермахта Фон Мелентина, который оценивая качество наших танков писал. В 1941 году ни один из наших танков не мог сравняться с Т-34, имевшим 50 миллиметровую броню, 76 миллиметровую пушку с большой начальной скоростью снаряда и обладавших довольно высокой скоростью при прекрасной проходимости. Такая же оценка нашей техники была и еще одного немецкого военачальника Гейнса Гудериана. В своих мемуарах он описывает, как 11 октября 1941 года его 24-й танковый корпус подвергся ожесточенной контратаке северо восточнее الله Множество русских танков Т-34 приняли участие в бою и нанесли тяжелые потери немецким танкам. Качественное превосходство, которое мы имели до сих пор, отныне перешло к противнику. Но такое же превосходство по целой группе вооружений и военной техники было у Франции, чья сухопутная армия, усиленная британскими войсками, вообще считалась на тот момент лучшей в Европе. И несмотря на все эти преимущества, французская армия исчезла буквально за несколько недель. Единственной дивизией, оказавшей немцам полноценную Ценное сопротивление стала 4-я бронетанковая дивизия, которую возглавил будущий спаситель Франции Шарль де Голь. Так что не в качестве и количестве техники было дело. Источником победы была готовность к подвигу и самопожертвованию. И именно поэтому французские генералы приняли решение объявить Париж открытым городом. А политрук Василий Клочков пошел в свой последний бой со словами: отступать некуда позади Москва. В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге состоялась вторая межрегиональная научно-практическая конференция ⁇ Церковь и война к 70-летию Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ⁇ В ходе этой конференции были представлены уникальные материалы о том, как Великая Отечественная война объединила представителей самых разных конфессий, православных, мусульман, иудеев в деле защиты нашей страны. Наиболее четко центральную идею этой конференции выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский владыка Варсонофий. Он сказал, Залогом Великой Победы стала жертвенная любовь русских людей к родине, воспитанная православной церковью. Русский народ в союзе с патриотическими силами других стран вступил в войну с мировым агрессором. По воле Божьей вступил в невидимую брань всего рода человеческого, ибо фашизм является ярчайшим примером материализации злой силы, которая принесла человечеству и миру смерть и разрушение. Именно наша вера и стала той скрепой, которая обеспечила возрождение единого народа благодаря которой мы победили в 1945 году и будем побеждать всегда. Храни вас Бог и всего вам самого лучшего!